В Томске открылся новый детский реабилитационный центр «Аленка» для онкобольных. Его отличительная особенность в том, что для пациентов создают комфортную психологическую обстановку. Здесь специально оборудовали игровые комнаты по возрастам, чтобы пациенты общались со своими сверстниками. Есть кабинет логопеда, социального работника, психолога и конференц-зал. Обустроили место для взрослых, где с родителями, понесшими утрату, работают психологи, учредитель центра, благотворительный фонд имени Алены Петровой. Здесь проходят реабилитацию не только дети в стадии ремиссии, но и те, кто еще проходит лечение. Врачи утверждают, комфортная социально-психологическая обстановка помогает выздоровлению.